общественная организация «Опалфак». В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарту-Барлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльярское сельское поселение. На три возраста. Это молодость, вторая молодость и вечная молодость. Зайдулина Наталья Семеновна, директор Покровско-Бурстамакского сельского дома культуры Барлинского муниципального района. Айра Хусаинов. Встречайте. Зонального республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык» 2017. Анастасия Бутаева. Ваши аплодисменты, друзья! Организация «Опалфак». В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарту-Барлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльярское сельское поселение. Любовь настала так, как утро настает.